день. То есть кто имеет фото и видеотехнику, всегда сталкивается с проблемой чистки, соответственно, объективов от различных пятен, фильтров. Ну и со временем наступает момент, когда есть необходимость купить чистящие средства для данных загрязнений. Ну и вот из одним таких средств, то есть сразу же в упаковке поставляются три устройства. Первое устройство — это, соответственно, для очистки непосредственно линз. Второе — это для очистки фильтров, ну и для сдувания пыли. То есть есть вот такая вот груша. То есть всем известная фирма Linspen, то есть PhotoKit. То есть есть даже вроде как оригинальная голограмма стоит. Ну и изготовлено, как у нас все обычно, в Китае. Предназначен для очистки, вот как написано, линз, начиная от 14 мм до 500 использований. То есть, ну, игруша. Так, ну, давайте посмотрим, что находится у нас внутри. Для этого давайте вскроем эту упаковку. Есть даже инструкция. Внутри находится груша. Есть клапан. Так, ну, есть такой пластиковый наконечник. Причем некоторые не рекомендуют использовать пластиковый, а именно резину. Но для сдува, то есть аккуратно пользуется. Да, кстати, вы, конечно, не ощущаете, но я вот ощущаю запах резины. Достаточно ярко выраженный. Но, возможно, со временем он, конечно, выветрится. Вот. Ну и еще внутри. Есть соответствующие карандаши. То есть есть стандартная щетка для смахивания. Так, ну и внутри. Находится ткань, и внутри колпачка есть графитовая смазка для того, чтобы очищать поверхности фильтров, ну и линз. То есть щетка. Также тканевая поверхность, и внутри соответствующий графитовый порошок. Так. Ввиду того, что фирма известная, то есть не нуждается в представлении, то есть многие, как начинающие, так и более опытные фотографы, пользуются данными устройствами для очистки линз, фильтров, ну и для очистки, соответственно, поверхности зеркал и самой матрицы. То есть, ну, это в первом приближении, то есть, если налетела пыль. Так. Ну, всем спасибо за внимание. Если было полезно,